Добрый вечер, дорогие мои юные друзья! Сегодня вы узнаете о том, научился ли заяц Коська кататься на велосипеде и что с ним произойдет дальше. Вы готовы слушать? Тогда я начинаю. Стал заяц Коська доучиваться. Вскочит на велосипед, проедет немного, упадет. Встанет, опять вскочит, проедет немного и опять упадет. Шкурку травой обзеленил и землей запачкал, и песком запорошил, но все равно учится. На велосипеде так всегда. Кто падать боится и от всякого синяка слезы по щекам размазывает, тот никогда ездить не научится. Заяц Коська синяков не боялся и хныкать не любил. И пошли у него дела на лад. К вечеру он уже и садиться мог, и педали крутить. И хоть руль у него еще вихлялся, все-таки сам по дороге до речки доехал. Ночью заяц Коська хорошо выспался. Утром физкультурную зарядку сделал, умылся, позавтракал, клетчатую кепку надел, желтым шарфом шею обмотал и кататься поехал. А навстречу лиса Лариска. Увидела она, прямо на нее велосипедист несется. Кепка козырьком на затылке, шарф желтый по ветру развивается. Струсила она, в кювет упала, притаилась. Но заяц Коська заметил ее, остановился. Одна лапа на земле, другая на педали. «Здравствуй, лиса Лариска!» – сказал он. «Что это ты в канаве лежишь? Ногу сломала, что ли?» «Так это ты, заяц Коська?» – удивилась лиса Лариска. «Я и есть!» – заважничал заяц. «Вот велосипед купил, в город поеду, буду мороженое есть и газированную воду пить». «Ох, взял бы ты меня, заяц Коська!» – стала просить лиса Лариска. «Хоть на багажнике, никогда мороженого не ела, никогда газированной воды не пила». «Нет, не возьму я тебя, лиса Лариска, потому что ты обманщица, нельзя тебе верить. Посади тебя на багажник, а ты на шею прыгнешь». И покатил заяц Коська с горки еще быстрее. Лиса Лариска только язык ему вслед показала от злости и пошла к волку Бакуле. Жаловаться стала, что заяц Коська по всему лесу на велосипеде ездит, проходу от него нет, задавить может. «Пора тебе, волк Бакула, съесть зайца Коську», сказала она, «а то он и тебе как-нибудь колесом лапу отдавит». «Я по дорогам не хожу, я по кустам да оврагам». «Меня бы пожалел, вместе на желтой горке страдали». «А ну его, этого зайца Коську!» – проворчал волк Бакула. «Сама говоришь, он на велосипеде ездит, еще спицу или шестерню проглотишь. Тебе он мешает, ты его и лови». «Да, как же я его поймаю, если догнать не могу?» «А мне какое дело?» Разозлилась лиса Лариска на волка Бакулу, но ничего не сказала, побоялась и молча пошла прочь. А на пути ей сорока-совка попалась. Перелетела она с березки на сухой сосновый сук и затараторила. «Здравствуй, лиса Лариска! Летала я недалеко, не близко. В селе была, воробьиные яйца пила. У аиста вывелось 6 аистят. В гнезде сидят, козявок едят. Девчонка в речке ноги мыла, туфли упустила. Трактор слуга сено возил, асфальт загрязнил. Мальчик Вовка сел на велосипед, хотел объехать весь свет, а свалился в кювет». «Стой, стой, стой!» – сказала лиса Лариска. «У нас теперь вот заяц Коська
тоже на велосипеде ездит, покоя от него нет. Не знаешь ли ты, как его поймать?» «Я всюду летаю, я все знаю!» Опять затрещала сорока-совка. «Как сено косить, как воду носить, как дрова колоть, как морковку полоть, как рыбу ловить, как кашу варить. Да остановись ты!» Потеряла терпение лиса Лариска. «Мне сено не косить, воду не носить, дров не колоть, морковку не полоть. Мне зайца-коську надо поймать!» Ну а что же посоветует сорока-совка лисе Лариске, вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А пока посмотрите мультик и укладывайтесь спать. Пусть вам приснятся хорошие, добрые сны. До свидания, до завтра.